Да. Вы нашли машину? Да, этот номер. Озеро Эмир, зеленая зона. Хорошо, отправьте адрес, я сейчас приеду. Что случилось, дорогая? Нашли, где они? Не знаю. Я узнал адрес, я уезжаю. Подожди, стой. Поедем на машине, я сейчас скажу Берчин. Берчин, мы в машине, давай быстрее. Подожди, дорогая, я иду. Озан. Озан, прошу тебя, открой свои глаза. Озан, держись, любимый, я прошу тебя. Стой, пожалуйста, стой, помоги. Стой. Озан, держись, любимый, держись. У него кровотечение, сильное кровотечение, пожалуйста, помоги. Ладно, ладно, держи его за ноги. Озан, держись, любимый, прошу, держись. Боже, пожалуйста, помоги, умоляю, Боже. Боже, прошу, помоги, хоть бы с ним ничего не случилось. Любимый, держись. Озан. Сибель, с ним что-то случилось. Сибель, не забирают его. Боже, прошу, помоги, хоть бы с ним ничего не случилось. Любимый, держись. Прошу тебя, держись. Боже, прошу, помоги. Опять тебе повезло, братец. Разве ты не учитель Фатих? Причем тут он? Я и сама не понимаю. Ну же, Сибель! Ладно, успокойся, мы едем, едем. Как долго он без сознания? Где-то минут 30. Что же заслись? Нужно в палату экстренной помощи. Не волнуйся, Аслым. Собственно, все будет нормально. Боже. Боже, прошу, хоть бы с ними ничего не случилось. Если с ним что-то случится, я не смогу так жить. Где Озан? Где мой сын? Госпожа Жюли, успокойтесь, его взяли в палату экстренной помощи. Озан, госпожа Жюли, ладно, ладно, дорогуша, ладно, успокойся. Все наладится, не волнуйся, ладно, не бойся, все наладится. Я видела тебя, я видела. Везде была кровь. Везде была кровь. Ладно, дорогуша. Ладно, пойдем присядем с тобой, пойдем. Вот именно из-за этого тебе нужно отдалиться от Озана, Аслан. Послушай, я уважаю и твою. И Озана, Коля, однако... Ты посмотри на то, что происходит. Не приведи Аллах. А если Озан умрет, в каком состоянии будет эта женщина? Не дай бог. Что я тебе сказала? Разве я не сказал тебе, чтобы больше никогда не приближалась к Озану, а? Посмотри на меня. Посмотри на меня, мне в глаза. Я и тебя убью. И Озана убью. Но я не позволю вам быть вместе. Поняла меня? Не позволю. Берчин, что ты такое говоришь? Ты все слышала? Послушай, не уводи меня из себя. Я ради Озана отдала часть себя. Я ради выдала кусочек себя. Не обращал внимания на риск смерти. А ты, будь добра, покинь нашу жизнь. Поняла? Не делай из меня убийцу. Я и так ушла. Озан последовал за мной. Ты врешь мне.
Ты сказал, что брось его, но их привлекла его к себе, да? Как-никак все позади, да? Как Берчи не сможет забрать обратно почку, да? Нет, говорю же, я бросила его. Он последовал за мной. Я ни в чем не провинилась. Аслан права, Берчин. Узан последовал за ней. Когда он узнал правду, ему стало больно. Поэтому он, будучи больным, последовал за Аслан. Что за правда? Мы со Аслан любим друг друга, эту правду. Что? Узан не смог переварить это. Не смог переварить, что мы со Слым встречаемся. То, что говорит о Слым, правда. Она ни в чем не провинилась. К тому же... Между ней и Узаном не было тех отношений, о которых вы думали. Она была со мной. Чтобы отдалить от себя Узана, она многое предпринимала. В этой ситуации вам злиться нужно не на Аслым, а на Узана. Как же так? Аслым, это правда? Отвечай мне, это правда? Я не хочу, чтобы Узан расстраивался. Я никогда этого не хотела. Тебя не касается психологическое и эмоциональное отношение Узана. Возьми своего любовничка и уйди отсюда. С одной стороны, над своим ребенком плачет госпожа Жулиде. С другой стороны, Берчин, которая готова навредить и тебе, и Озану. Среди этих людей вашей любви не место, Аслан. Пойми уже, наконец, это. Возможно, вам будет очень грустно. Но будь уверены, это пройдет. Все пройдет. Я сейчас думаю только об Узане, учитель. Нормально все сейчас с ранами Узана, я только об этом думаю. Меня не интересует моя боль. Я извиняюсь. Ты уставшая? Давай я подвезу тебя до дома. Не стоит. Я сама могу дойти. Послушай, я настаиваю. Пойдем. Машина за зданием больницы. Пойдем. Аслым. Доченька, что это с тобой? Что случилось? Ничего не случилось, госпожа Хиди. Кажется, у нее немножко нервы потрепаны, ей нужно немного отдохнуть. Но я, пожалуй, пойду.
Все будет хорошо, Аслан, все пройдет, ладно? Аслан, что случилось? Скажи, кто-то с тобой что-то сделал? Скажи, доченька, что случилось? Тебе же лучше, доченька? Лучше, матушка. Тогда что случилось? Ну же, расскажи мне. Почему ты плачешь? Ты уходила к подруге, почему ты вернулась с учителем Фатихом? Доченька, что происходит? Расскажи же мне. Он сам пришел, нашел меня, матушка. А потом ему стало плохо. Мы с трудом довезли его до больницы. Его состояние было настолько плохим,